решение. Ради этой встречи главный следователь страны и прилетел в Удмуртию. За столом напротив – мать героя. Ей Александр Бастрыкин из Москвы привез государственную награду. Медаль за спасение погибавших Любовь Касимова получает за сына, которого уже не вернуть. Прошлой осенью ее мальчик погиб, спасая младшую сестру. Андрей здесь уже лежал, хрипел. Да. Саша стала подавать признаки жизни. Да. Я к ней подошел, начал опять так же душить двумя руками. Это материалы следствия. 24-летний житель Близино показывает, как он душил сначала Андрея, потом насиловал и убивал Сашу. Как брат не сдавался, пытаясь спасти свою сестру. Убийца в ходе следствия скажет, он не ожидал, что мальчишка сможет дать такой отпор. Высокая награда, которой удостоен Андрей Касимов посмертно, всегда будет напоминать о подвиге нашего юного земляка, настоящего сына и гражданина Отечества. За всю историю Следственного комитета это третий случай, когда ребенок, спасая других, погибает от рук преступников. Таких сегодня главный следователь России назвал нечистью, заявив, что наказание для них только смертная казнь. Я полагаю, что таким людям, которые совершают такие тяжкие преступления, не место на земле. И я не боюсь критики, когда начинают критиковать меня и тех, кто такие мысли высказывает. Не надо лицемерить. Зло должно быть наказуемо. Забрал чужую жизнь, тем более жизнь ребенка, заплати своей. Александр Бастрыкин поблагодарил наших следователей, которые в кратчайшие сроки смогли раскрыть преступление и руководство республики за содействие. Ответное слово очень хотела сказать и мама погибших детей. Теперь, кроме горя, говорит Любовь Касимова, появилось еще одно чувство – гордость за сына. Ну, я вот надеюсь, что вот родители будут осознавать это, чтобы воспитать своих детей так вот мужественно, чтобы были достойны своей родины. Главный следователь страны пообещал, в Московском музее Следственного комитета появится уголок памяти Андрея Касимова. А в республике Александр Бастрыкин предложил создать кадетский класс по линии Следственного комитета и назвать его в честь близинского подростка. Анастасия Редько, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия».